Всем привет, с вами LK. Сегодня я хотел бы рассказать о новом моде, который добавляет в Майнкрафт виноград и дыню. Давайте рассмотрим мод поближе. Из винограда можно скрафтить, то есть виноград выглядит у нас вот таким, такой вид у винограда, как лианы. Чтобы увидеть, как он созревает, либо надо подождать, либо можно сделать это костной мукой. Сейчас я выберу костную муку, нажму правой кнопкой мыши по листве винограда. Получается у нас такой сиреневый цвет. По-моему, эту листву у нас выпадает 6 винограда. Этот виноград мы, не знаю я, можем ли есть, либо нельзя, я это не проверял. Но этот виноград, из этого винограда уже можно будет сделать дальнейшие рецепты. Так. Из него делается, с помощью этого винограда делается вино. Чтобы сделать вино, нужно будет нам скрафтить бочонок для вина. Ну, чтобы родилось. Чтобы скрафтить бочонок, нам нужно будет 3 железных слитка и 6 досок. Выкладываем таким способом, получается у нас бочонок. Бочонок ставится просто. Ломается, можно ломать рукой, он выпадет. Вот так он выглядит. Но чтобы заполнить этот бочонок, нам нужно будет... Так. Извините. Нам нужно будет... Так, берем бочонок, вот заполненный. Нам нужно будет винограды выкласть. 8 виноградин. В любом месте вот пустой бочонок можно ложить. Просто так на рецепте показано. Можно вот этот бочонок в любом месте здесь ложить. Но и вот так... то таким рецептом можно сделать уже полный бочонок. Я не знаю, почему оттуда вино не берется. Может, надо больше сделать, большой бочонок. Вот я нажимаю, ничего не выходит. Может, она бродится там долго так. Но суть не это. Ну, короче, в этих бочонках делается виноград. То есть не виноград, а вино. Она выглядит вот так. Вот полная бутылка. Ну, чтобы скрафтить эту бутылку, нам надо будет 5 стекол положить таким способом. Получается, у нас 3 таких бутылки. А, заполняется при помощи бочонка. Я заполнял раньше, сейчас я не могу заполнить, не знаю почему. И при, если я выпью эту бутылку, у меня такие вот свойства. Голод, медлительность, тошнота и восстановление. И еще здесь она не тратится. На три глотка вам хватает. Видите, у меня с экраном сейчас что-то происходит. Это все воздействие этого вина. Также можно сделать стаканы вина. Делается при помощи тоже 5 стекол. Выкладывается таким способом буквой Т. Получается у нас 3 стакана. Так. А, чтобы эти стаканы заполнить, вот я беру заполненный стакан, нужно будет одна бутылка полная. Ложим вот таким способом, любым. Получается у нас 3 стакана полные. Вот так, 3 стакана. Именно 3 стакана надо ложить. Если 2 поставите, не будет крафтиться так. И получаем стакан. Его тоже можно выпивать. Он уже на один раз. Получается, там из бутылки можно 3 стакана сделать. Оу, экран у меня сейчас шатается. Давайте выпью-ка молоко, и чтоб все прошло. Ну, 4, 3, 2, 1, 0, все прошло. Так. Все вроде объяснил. Также можно ломать, но из него выпадают семена. Не знаю, что с этими семенами сделать. Дальше перейдем к дыне. К дыне выглядит как арбуз, только немного светлого цвета. Семена дыни можно поломать... взять из травы. Так, выглядят они вот таким способом. Melon seeds. Вот. Сейчас я покажу. Вот такой у нас начальный росток, такой у нас готовый росток. Так, можно костной мукой сразу же уже вырастить, но не арбуз, а сразу готовый росток. Так, дальше. Что добавляет дыня? Ну, что добавляет дыня? Дыня добавляет вот такие дольки. Не знаю, сколько восстанавливается, сами посмотрите.
Еще можно сделать при помощи дыни и винограда, можно сделать коктейль. Но для этого нам еще понадобится миска и яблоко. Коктейль выглядит вот так. Вот так выглядит, крафтится при помощи винограда, яблоки и дыни. Ложим таким способом, получается у нас фруктовый, извините, ошибся, это салат, оказывается. Салат получается, его также можно есть, и остается у нас миска. Так, все вроде рассказал об этом моде, но я не знаю, почему-то не берется бутылку. Не хочет грасса. Извините, это не моя вина, это вина мода. Все я об этом рассказал. Всем пока, с вами был Окей. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.